Есть ли у журналистов еще вопросы к мэру нашего городка? У нас есть. Да. Да. Анатолий Александрович, вопрос вот какого рода. Некоторые средства вот массовой информации, так сказать, они распространяют такие, так сказать, вот мнения такое, что якобы чисто стилистически в контексте этого эфира городошного наша программа «Городок»... Ну ладно, она... что ты гонишь-то вообще? Говори ты по-русски. Ну скажи по-русски. Ну короче, понимаете, говорят, что мол, у нас что-то там не хиляет, что-то там не канает. Вообще не канает вообще, передача, да. Мулик, мол, нет, ну, Стёба там нет. Да, и вообще... Очень странно как-то относится. Как-то я скажу. Странно относится. А кто это именно так относится? Я как-то этого не замечал. Вот у нас есть, пожалуйста, имена, фамилии, телефончики. Да, все и, есть. И вообще, знаете, называют как-то гнусно называют, как это городок. Что это такое? Да, они как-то, они это самое, презрительно как-то так называют. Городок. Не городок, а такой уничижитель. Маленький, небольшой, мол, городок. Я не могу с вами согласиться, что кто-то там считает нас небольшим городком. Но если есть такие люди, я думаю, что их нетрудно разубедить в этом. Ну ладно, Саныч, а вот сам-то ты, то есть сами вы вообще как вот относитесь к передаче? Это яркий показатель того, что мы вышли на самые передовые рубежи в Европе. Чао, какао. Спасибо.